Перед нами установка для изготовления резиновых полос. Мини-роллер-хед. Мини-роллер-хед – это комбинация экструдера и двухвалкового коллайдера. Экструдер с размером шнека 90 состоит из питающей воронки, основной технологической части цилиндра, в котором находится шнек. Резиновая полоса подается в воронку. И там ролики, ага. Да, там есть захватывающие ролики. И резина технологической части в цилиндре пластифицируется, перемешивается, нагревается и выдавливается через фильеру, которая находится на конце цилиндра. Головка экструдера плоскощелевая. Резина выходит из головка, входит в зазор между коллайдером, ага. Что дает преимущество получения беспористого материала, что очень важно для шинной промышленности. Резина проходит, попадает непосредственно в зазор коллайдера и формируется резиновая полоса. Как вы ее прям одной рукой? Резиновая полоса. В данном месте находится отрезное устройство. Широкая полоса разрезается на несколько маленьких полос. Обрезаемая кромка с помощью вот этих вот роликов и возвратного конвейера возвращается в воронку для повторной переработки. Полосы подаются через помощью роликов на конвейер для укладки на как компонент для шины. Понятно, ага. Эта установка, эти установки строятся с 1936 года. За это время они претерпели массу, так сказать, изменений. Наша фирма все время вносит, совершенствует узлы и отдельные механизмы данной установки. И эта установка хорошо подходит для шинной промышленности при изготовлении шинных компонентов. Понятно.